Обзор на очиститель битумных пятен Лаур 650 мл. Специально для 7.7 4.5 бай. Так, ну настало время и лето, как бы весна прошла, в многих местах уже города как бы перекладывают асфальт, и очень сильно пострадал кузов пятнами битумных пятен. Смол каких-то, поэтому возник вопрос о очистке более, что сейчас предлагают. Химии в принципе много разной, но вот остановились на Лаур 650 миллилитров очиститель битумных пятен. Ну немного о нем. Очиститель битумных пятен Лаур 650, это, ну, как бы говорят, что профессиональный препарат для удаления битумных пятен, смол с легкостью удаляет многие битумные смолисты и другие нефтяные загрязнения с кузова автомобиля, бамперов, колесных дисков и стекла. Действуют, как опять они заявляют, действуют 3 раза эффективнее и быстрее благодаря новой профессиональной формуле. Ну что, как бы радует, что абсолютно безвреден для лакокрасочного покрытия автомобиля. Ну, в принципе, уже товарищ один пользовался им и очень его похвалил. Как бы машина была как бы вся низ порогов, все в битумных загрязнениях. Так как, ну, сейчас понятно, при укладке асфальта. В общем, ну сказал, что очень эффективно. Он все удаляет, и все как бы, все очень просто в работе с ним пользоваться. Как бы, ну, на этом вроде бы и все.